Ты в комментариях написал: Дерипаска — это олигарх и вор, а я честный предприниматель. Я это написал, я так считаю. Это не только Дерипаска. Для меня Дерипаска — это некий образный Дерипаска. Они все там воры. Потому что они все приватизировали задарма то, что построил твой, мой и их деды. Понимаешь, это как звучит громко — вор. Ну, как воры. Жулики, скажем так.